спокойно. Язык! Язык в моей голове! Катя, она погибла здесь! Успокойся! Филиппо! Смерть ожидает смерть. Пусти его! Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, это Катя. Всем привет! И, ребята, сегодня мы попробуем провести один эксперимент. Когда-то, когда я училась в школе, мы пытались призвать паночку. Если кто-то знает, паночка – это дочь пана, которая умерла, и после чего один из священников 3 дня в церкви читал, ну, как бы вот это вот отпевание, что ли, ну, как это называется, я, короче, я не знаю, 3 дня читал у нее молитвы в церкви, вот, и все эти 3 дня она вставала, пробуждалась, вставала из гроба, ночью, и вставала с демонами, и пыталась, короче, его уничтожить, его убить. В итоге, как мы делали этот обряд? Сейчас я лягу здесь прямо, и получается, что Катя положит руки под меня и будет говорить 3 раза: «Паночка, померла, приди». «Паночка, померла, приди». «Померла» – это значит, что померла, помершая паночка. «Паночка, померла, приди». И по итогу, если паночка померла придет, она должна будет вселиться в меня и приподнять мое тело. То есть ты должна будешь почувствовать, что она меня приподнимает. Да, что она меня приподняла. Да. Ребят, не забывайте подписываться на наши с Катей инстаграмы. Я знаю, что я проводила опрос, и большинство проголосовало то, что они хотят видеть Катюшу у меня на канале. Так что не забывайте подписываться на ее инстаграм и на мой тоже. Ну, а мы приступим к этому страшному эксперименту. Вот, самое главное то, что как бы, если вдруг что-то начинается, у нас есть своеобразный обряд, который, значит, мы берем святую воду, она у нас вот здесь, мы всегда ее на себя наливаем и говорим: изыди демон, изыди демон, изыди демон, или демон изыди, без разницы. Короче, вот эта святая вода всегда должна быть с нами. Давай я сразу ее, короче, возьму. Да. Нет, скорее всего, если она будет у меня, это не пойдет. Ну, да, буду держать ее. Да. Короче, я ложусь. Ты поняла, да, что делать? Да. И смотри, самое главное, короче, если что-то пойдет не так, прям абсолютно, вообще тебе нужен будет мел. Погоди, Катя. Тебе нужен будет мел. Сейчас я дам. И ты должна будешь рисовать вокруг себя круг. И через этот круг, мелом белым, через этот круг я не могу, вернее, не я, а паночка, если она в меня вселится, она тебя не обидит. Угу. Просто ты должна будешь этот момент заснять, угу, чтобы, ну, все увидели, что это получилось, да, понятно, да? А потом, когда все это, ну, все заснимешь, уже потом тогда говори: демон изыди, демон изыди. Поняла? Все, да, давай, пока. Вода и мел. Да, это все твое. Я все-таки скину куртку. Давай. Не очень комфортно. Смотри, тут не важно вообще. Нет, палочка, я должна... Помела, приди, да? 3 раза. Паночка померла. А, померла. Как паночка... я могу запомнить слова. Мне нужно сейчас сразу под себя руки подкладывать. Да, я начинаю. Я буду одновременно про себя считать до 10. А ты подкладывай вот одну руку. И, короче, смотри, эффект такой правильный должен быть. То есть я должна подняться прямо над землей. Я должна прямо... Я понимаю, как в воздухе парить. Да, как бы в воздухе. Ты должна будешь это понять. Если ты это поймешь, обязательно на камеру это скажи, чтобы ребята тоже поняли, что получилось. Я поняла, ладно. Все, готово, да? Давай. Да. Погоди, а как покойники руки кладут? Ну, вообще так? На грудь и ладонь на ладонь. Ладонь на ладонь, ну, да? Типа вот так. Ага, отлично. Как-то так. Я просто должна лежать, как покойник. Хорошо, давай вместе. Так, может быть, будет даже лучше. 3, 4. Паночка померла, приди. Паночка померла, приди. Паночка померла, приди. Немного выкипаться. Еще раз давай попробуем. Давай. Ничего не чувствую. Я тоже. Я должна подняться. Я вообще должна ощутить, как будто я как воздух. Готова? Хорошо, давай, да, еще раз. 3, 4. Паночка померла, приди. Паночка померла, приди. Паночка померла, приди.
Ирина. Ира. Ирина! Ир, все нормально? Со мной, слышишь? Кто? Кто? Паночка, она говорит со мной. Что она говорит, Ирин? Она тут, ей плохо, ей больно. Она одна, она здесь. Господи. Она здесь. Кто звал? Кто себя зовет? Паночка. Господи. Паночка, ты здесь? Я чувствую ее. Здесь никого нет. Она здесь, я тебе еще раз говорю. Паночка, я слышу ее в ушах. Она здесь, в моей голове, в моей голове. Где ты? Что ты несешь? Что ты говоришь? Чего ты хочешь? Ай! Ира, в чем дело? Что она тебе говорит? Больно. Мне больно. Мне больно. Я... Здесь. Мне больно. Я замерзаю. Где? Я... Где ты? Чем мы можем тебе помочь? Провода. Она погибла здесь. Катя, она погибла здесь. Как? Как она погибла? Ирин. А где мы? Ирин, у тебя глаза зеленые. Что происходит? Что происходит вообще? Где мы, Катя? Мы на крыше. Ты нас сюда привела. Ты сказала, что паночка здесь, где? Ты ее видела? Что случилось? Подожди, что она вселилась в меня. Подожди, я... Что она говорит? Я ничего не понимаю. Что она говорит? Как мы здесь оказались? Она сказала, что она умерла здесь, она погибла здесь. Я вообще, я на не крыше? Понимаю, это не, была не паночка вообще. Я, а не, кто? Вообще, это кто-то был другой, кто-то здесь погиб, понимаешь? Успокойся. Кто-то здесь погиб, это просто жесть. Успокойся. Как мы сюда попали, я вообще ничего ты не помню. Ты привела нас сюда, мы должны ей помочь. Я не знаю, как она не сказала, что делать, как. Я не знаю, как с ней связаться. Она просто сказала, помогите. Она плакала, помогите. Я не понимаю, что делать. Она тебе что еще говорит? Слушай. Погоди. Как мне слушать? Она вышла из меня, понимаешь? Я уже ее не слышу. Я пришла в себя. Я не знаю, что делать. Я немного вспоминаю, понимаешь, картина того, что... здесь ее занесли сюда силком, понимаешь, Кать? Где-то здесь. Подожди, аккуратно. Как занесли? Провода, это ток, это очень опасно. Сюда вообще нельзя. Ее несли, тащили по крыше, тащили и бросили. Где-то здесь, Кать. Она где-то здесь плакала. Я видела вот это колесо. Вот эти провода, как будто бы она замотана была в этих проводах. Одна что-то скрывает, я не знаю, погоди. Я не знаю, давай, может быть, возьмемся за руки, и ты опять скажешь,
Баночка померла, приди, и, возможно, я что-то почувствую опять снова. Хорошо, давай попробуем, может быть, это сработает. Давай. Мне так страшно. Не бойся, мы должны ей помочь. Давай попробуем. 3, 4. Баночка померла, приди. Баночка померла, приди. Баночка померла, приди. Пришла, Ира. Ты меня слышишь? Тили-тили-бо, закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучит по мне. Паночка. 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 Ирин? Ира? Смерть вас всех ожидает смерть. Слышишь меня, Катя? Ира! 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 Ир! Ир, что происходит? Ира! Ир, что она тебе сказала? Я видел не ее. Ты сказал смерть. Я видел не ее, ты сказал смерть. Кого? Тот, кто ее убил. Кто это? Кто? Тот, кто ее убил, он жесток. Он жесток. Кто это был? Нам нужно завершить обряд. Я не хочу этого больше чувствовать. Выпусти его из меня, слышишь? Выпусти его из меня. Как я это могу сделать? Что мне сделать? Дай руку. Вынь его из меня! Освободи меня! Спокойно! Исыди! Исыди вон! Исыди вон! Исыди вон! Исыди вон! Исыди! Ира? Катя, спасибо. Все нормально? Спасибо. Это ты? Да, спасибо. Что ты чувствуешь? Он меня убил, он съел меня изнутри. Просто уничтожил мою душу. Блин, пипец, я никогда, ребят, не думала, что паночку вызывать так страшно. Я не знаю, что произошло с этой паночкой, что случилось и почему она умерла здесь. Если вы хотите, чтобы мы вместе с Катей снова провели этот обряд и узнали, что произошло, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь на наши с Катей инстаграмы и пишите в комментариях. Ира, ждем продолжения. С вами была я, Королева Мистики. До новых встреч. Пока. Всем пока.